Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня играем на Родина РП, первый сервачок. Муник здесь Кирилл Путбулу, вы не забывайте вводить муник при регистрации, потому что если вы идете муник при регистрации, прокачайте до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам вам. Поэтому обязательно вводите муник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новое видео. Как вы знаете, тех, кто играет на Родине, что в воскресенье был слет. Был слет в автосалонах, в принципе, добавляли новые машины. И я словил одну машину. Правда, недорогую, но все равно словил. Мне она нравится. Чуть позже я вам покажу. Я предлагаю перед тем, как я вам покажу свою новую машину, вы посмотрите, как я ее словил. Я потом на стриме еще зашел вечером, купил себе еще одну машину, в принципе, тоже прикольную. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки. Я, правда, зашел не сразу, когда слет был. Я зашел, наверное, спустя 2 минуты, когда уже сделали слет, потому что я не мог буквально зайти на сервак. Как я был на слете, это все будет без озвучки, потому что во время слета я смотрел стрим, получается, с Камейсона, смотрел, как он машин там добавлял и так далее, и пытался пробиться на сервачок. Поэтому, пацаны, я надеюсь, вам это понравится. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Sometimes I
Ну что ж, вот вы посмотрели, как я был на слете. Я был в первом автослоне, то есть низкого класса, потом в среднем и в высоком. Как бы там было много людей, вообще очень много на самом деле. Я думаю, сами это видели, но, к сожалению, у меня не было денег, чтобы там поехать, допустим, в высокий класс, потому что там тачки, по-моему, дорогие, там от ляма и так далее. Поэтому, к сожалению, мне пришлось ловить то, что было, подешевле. Вот, я себе словил вот такую вот Volvo. Очень симпатичная машина, такая очень прикольненькая, мне она нравится. Да, очень такая симпатичная тачка, без номеров, в принципе, я ее покрасил, больше я ничего с ней не делал. Также я зашел вечером на сервачок, я стримил, в принципе, продал, получается, в хост бинашку за 35 тысяч и купил себе вот эту прелесть. Это Volkswagen Polo, купил ее за 175 тысяч, пацаны. Грех было не купить, она стояла там по госту, в принципе. Я решил, почему бы и нет. В белом цвете я ее перекрасил, в принципе, Polo должен быть в белом цвете, пацаны. И выглядит он очень даже неплохо. Я доволен, у меня копеечка осталась и две иномары, пацаны. Как ни крути, да, это старая иномарка, это такая более новее иномарочка, но все равно, пацаны, это иномарочки, понимаете? Все-таки мне удалось словить хоть какую-то машину, правда недорогую, но все равно, я считаю, что это достойно, то, что я хотя бы такую машину словил, тем более я первый раз участвовал в подобном. Я на слетах машин еще на родине не был. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, такое короткое видео, просто вам показал, как проходил слет, что я там словил, что у меня теперь за машины. В следующей серии я предлагаю поехать, получается, в тюнинг, может быть, какие-то диски поставить на машину. Внутрянку я трогать не буду, потому что у меня денег всего лишь 500 тысяч, как бы, да. Я думаю, можно будет взять какую-то из машины и попробовать выбить на нее красивые номера. Но это уже, пацаны, будет в следующей серии. Все, всем спасибо за просмотр. Все ссылочки есть в описании. IP, мой ник. Заходите, играйте вместе со мной. Всем пока-пока.